Здравствуйте, мои дорогие. Прекрасный теплый день, прекрасное теплое настроение. Я приготовил коктейль по простому особому рецепту. И он стал чуть-чуть похоже как молочно-шоколадный, но на самом деле там нет ни молока, ни шоколада. Это 100 грамм крепкого черного чая. Это 2 столовые ложки сгущенки. Это еще наверх столовая ложка сахара. Еще наверх идет 95 грамм. А главное не перепутать ни больше, ни меньше водки. Хорошие водочки, такой нормальный, качественный. Недорогой, но и не дешевый. Вот. И, короче, еще 20 грамм воды. Воды, но эти 20 грамм нужно не просто, короче, там влить, а их нужно вливать с высоты 70 сантиметров, короче. Лучше всего взять пакет, сделать дырочку и выкапывать, чтобы это все капало вовнутрь. Потом это все перемешать 2 раза. И дать отстояться на сутки. И уже на следующий день мы получаем прекраснейший, вкуснейший коктейль с оттенком шоколада. Счастья, удачи, любви и успехов. Такой простой рецепт.